Сказано, сделано. Постановлением главы округа Андрея Булгакова 1 ноября в управление «Авангард Восток» передано 83 многоквартирных дома. Это решение принято на основании многочисленных жалоб жителей на предыдущую УК. Накопившиеся за годы ее некомпетентной работы проблемы жилищного фонда необходимо решать. Администрация округа совместно с «Авангард Восток» и жителями выстраивает новую систему качественного обслуживания фонда. Для решения проблемы с отоплением под руководством администрации городского округа Щелково открыт центр на базе нашего офиса, который находится по адресу город Щелково, улица Космодемьянская, 15, строение В, по оказанию помощи населению по отработке заявок, в их принятии. Уже с первого дня открытия в центре кипит работа. Помогают принимать и рассматривать обращения граждан сотрудники администрации округа из территориального отдела и ЖКХ. В очном режиме и по телефонам круглосуточной аварийно-диспетчерской службы фиксируют все заявки. Бригада сотрудников «Авангард Восток» выезжает на адреса и устраняет проблемы. Мы хотели выразить благодарность за оказанное нам доверие. Соответственно, со своей стороны мы призваны организовать работу, привести в нормативное состояние многоквартирные дома, находящиеся на этом фонде. Убежден, что мы не подведем, ответственность большая, но наша компания готова к такому объему работ. Так не на словах, а на деле работа, назначенная главой управляющей компании, организована по принципу конструктивного общения с жителями. В тесном сотрудничестве с администрацией округа ее сотрудники прикладывают максимум усилий, чтобы комплексно решить все имеющиеся в домах проблемы, от глобальных до точечных. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.